Завершено строительство Дома культуры в поселке Горки, 10. Открытие учреждения запланировано на ноябрь. Новое здание – универсальный клуб общего профиля, в котором разместились спортивный зал, библиотека с читальным залом, кабинеты для кружковой работы, изо-студия, музыкальная и театральная студии, холл с зоной настольных игр. Дом культуры рассчитан на более чем 700 посетителей.